А где это-то? Где Ренессанс, блядь, все? Где они, шайки-то, Лейка? Не знаю. Все, Лера, удачи тебе, спасибо за рейд. Да, вам спасибо, пока. Пока. Давай. Вот и все супчика пока насыплю. А что, Саня ушел уже? Не пизди. А что замолчал? А, обидели его. Да, ты замолчал? Не так, ладно. Андрей там говорил. Мы на трэше, можешь рассказывать. Как на свадьбе? Я ж не на свадьбе, я же был. Пять прошлый. Кто же его поймал, или твоя девушка поймала? Вообще ты, Саня, ты есть время играть? Ну не совсем. Если прям будет засос, то зайду. Если мне на 4:30 на работу, но мне еще надо билет купить. Нет, сегодня зачет. Поэтому если типа надо, то зайду, если нет, то. Нежелательно, что мы это делаем. Это пиздец, блин. Скорее всего, не дам, блин. Если я тебя не заменить, лучше не заменить. Вот, вот. Это самолет, значит. И как ты проходку сделаешь, если у тебя профал уже нету, блин? Ну так и потом сбежишь, в общем, проблема. Следующий рейд. Если надо, я тебя возьму, не переживай. Типа, ну если прям надо будет что-то изменить. Так, я думаю, тебе лучше когда не вешать. Соло, собственно. Пока второй рейд будет. А ты что за билеты учишь? На права учу. Понял, блядь. Андрей, после сегодняшнего ты ему лучше вообще ничего не говори, честно. Просто... Я грибнул тактиком, он мне въебал, он типа... Я у... Я писюна просил показать, что оно. Я с Аней сегодня все скриншоты скинул, как бы этот... Фидики дамажит. Крысы, блядь. Просто стыдно. Бля, у меня неделю нету все нахуй, уже каждый меня передамаживает. Пиздец. Поодевались тут. Скоро, блядь, там тебя будут дамажить. Пиздец. Ты представь, шаман, который ни хрена не может. Я через месяца пол, поэтому я, блядь, не удивлюсь, если буду тут 20. Месяц пол, у тебя выходные выпадают через полгода. У меня выходного нету, что ли, пятницы. У меня выходной вторник, а потом вторник, среда. Я что-то нихуя не понял, а что, шнурки с нами били босса или мы били в 24 босса? Не, я с вами не бил. Я только в пати зашел. Чем вам УКД вешать тогда, я не понимаю. Я не иду во второй рейд. Ярик, че, кстати, сколько осталось? 8. Да, взяли за 2, когда собирать. Да, еще ж не конец, мол, сейчас фортайт как 6 упадет, блядь, а потом ребра леди убьем, все 2 падает. Ну да, размечтался. Не, если леди убьем, то там уже будет минимум 6 боссов. А так все хорошо, начнем с ребра, так осколок, ебать, и потом... О, кольцо я себе заберу, да, Уфол, Андрюх? Вы, кстати, продавали что-нибудь сегодня? Не, мы так быстренько летели. Ой, ну ладно. Поясок много упало, короче, только. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Да вы надоели. Тут боя всегда падала. Убейте быстрее, чем это зал. Я до Санжикси пока не буду заходить. Это пройдет твой базовый мираж. Писла. Много? Сразу было. А Писла? Ну да ладно. Да можешь не пашки, ты не переживешь. Ну что, последняя колба? Следующий твой Андрух. Ну да, наверное. Я даю там, блядь, костка на то. Да, уже у тебя же половина колба. Абсолютно окей. Нет, у меня нет. Блядь, самое фишка в том, что падает столько кол, блядь, вот когда я буду тебе доставать ее, а нахуй когда взрывнул упадет, нахуй. Меня прикалывает, у нас тупо колбы и клыки падают. Вообще да не воли, не плать, да что должно. Да и воли достаточно у нас. Ну, три ханта с волями уже отчалили. Дай мне это, пожалуйста, если я дам эту хуйню и что. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Сан, ты в игре? Или нет? Наши силы едины. Нет. Останьте, братья, и уничтожьте наших врагов. Five, four, three, two, one. Ты что, блядь, за пол нахуй привел на 250? Я, кстати, еще на мультика потасил. Ой, мистер Бонд. Да, очень надо. Походу, очень хорошо зайдет. А ее же там что-то меняет. Рыбу поставил, палки, потому что не хватает, баху прислепил кто-то. Центрик станции снова. Это долбоеба. Кого плохо слышал? Или все так, или все дальше, если на сферах, давай у нас будут, я не знаю, кто. А тебе СС ему на всякий случай, или кому СС? Не надо мне СС. Фласки Войда, да? Короче, Шаклон, ты на сферах с правой стороны давай тогда, получается, потом... Раковка, ты на сферах в центре, условно. И этот Хайзенберг, Байер, супер. Ты слева на сферах. Андрюха, а ты не смущаешь, у нас 2-4 в рейде? Давай, я не знаю, кого, Взморский, тебе что-то там надо? ПД словить хочешь? Нет такого, хочешь не хочешь, у него проходка есть, если он тебе нужен, забирай его.
Если надо, говорю, я зайду, прям капец как нужно будет. Ну, в идеале... Да, так эти смелики взял вниз, куда еще одну? Ну... Эмбрика тащи, блядь! Да капец, там ты тут, алло! Я, блядь, на хиле ты чё? Да, я тут. А, ну, значит, из моста самолеты тогда. Кикните бытика тогда, чтобы это двое были. Андрюха, спикайся тогда, блядь, в этого. В РДД я в танка спикнемся. Я румейты кикнул, нахуй. Да. Ладно, потом уже возьму землян обратно. Я иду потанчить, туда давали башни. Ну, люди, может, нет. Если что, пахать с манной. О, Булдрэвен пришел. Ну, давай Булдрэвен, да, сегодня смыть из мозга. Не, в хорошем смысле. Пускай не ловит тогда. Может, там волю хочет, когда тебе указывает на хрому вы. Булдрэвен, принимай Симон, Макс. Симон, дайте ему бафу и полетели. Добьем. Можно? Да, все нормально. Благодарным недоразумением сила смены позволит Малонару свершить отмещение. Лисета там? Приходите в ту лисета. Могучие друг от друга разбежались. Моя чаша полна вспомнить. Серый под бланки. Веру, два. Аксиса пружина. Бенни Бенасси. Пружина. Лисета, кто шарит, тот играет, кто нет, блядь, здесь, а кто не умеет, он беда уебит, так и стоит я пытана. А чё ты не один делаешь, отлично? Я уже подумал, что они там укол бы отдал, блядь. Ну просто, чтобы по карманам полазить, пока ты бьешь босса. Кстати, пока вот это порольчик, там коммунал. Мирзона, короче, это пружина. Минотарь, это 5 секунд. У меня еще монеты, не забывай. Не знаю. Короче, тут два штуки, я дам Джеймсу и Гламуру. Ебал. Мама. Да ебаный в рот, нахуй. Давай на лану, я танка. А ты в салу. Чё, позориться не хочешь? Джеймс обмен, да, и... И этот, Амур. Джеймс отдал. Амур отмен. Видите, сразу страшно. Женька, куда уже больше позориться, ты мне скажи. Я не знаю, слушай, я сейчас вот танк или перегонит, вот тебе и больше. У меня еще такой прикол, типа, вот смотри, я иду на танк и резаю парня, короче, потому что кто-то, блядь, ну,
Будет плохо. Погнали трэш, ребят, мне кажется. Типа, видите, упали люди, сразу их резко, пожалуйста. Ну, зачем это? Или это надо все озвучивать, как долбоебу кончилось. Видишь, такой, делай плохо, право делится, назад это иди, кнопку рез, прожми, блядь. Кто там где-то сидит, покушай, блядь, я хуй его знает. Это какой-то пиздец. За бафы, не бафы, блядь, или бафы, и так далее, ну, ты, ну, долбоебу. Взрослые дядьки, блядь. А вдруг мы дети? Не, мы один хуй мы дети, блядь, в какой-то мере, сидим же играем в эту хуйню. Я типа мне 40 лет, у меня паспорт есть. Кстати, нет, зандалары урон очень сильно апают. Ты выйди во двор, скажи, зандалары урона апают, блядь. Я нахуй психушку отвезут, но. Нет, тут спору нет, короче, дети 100% играют лучше. Да потому что они... Карты получше, блядь, и соображалка лучше, но там и через твое бывает такое ёбнет просто. У них реакция лучше, чем у нас уже. Мать, проверим его. Да, я проебался, ребят, за кого вы говорили, у кого там реакция лучше? Если ты, типа, говорим грубо, если ты взрослый школьник, блядь, ну, типа, у него реакция в два раза будет быстрее, нахуй, типа, любого старичка, который там плюс 30 хуярит, 100%. Да, зацелуй. Но мне что не нравится в школьниках, вот, без обид, вот есть такие, как Сацуны, адекватные, блядь, неполно. А есть прям такие, блядь, черти, хочется их убить головой об стену. Это я. Андрюх, Сосун уже не школьник, он уже студент. Ну, типа, ну, сколько он с нами, блядь, играл, ебать, он со школы с нами играл. Ну, с какого? С восьмого класса? С восьмого класса он с нами играет. Так мы его воспитали, получается. Он бывает рассуждает, блядь, лучше взрослых людей, типа, ну, как бы кто не говорил. Так, что с воспитания в дикее сказывается, честно. А за Андрюха не уследили. Мне Андрюха, знаешь, ну типа, например, я короче, понял? С балкона встали по КД, нахуй, только дай возможность. Вот мне таких он напоминает. Ладно, а вы бы так не делали, да? Он любит хуйню творить, прям лютую, блядь. Не, с балкона не стал, с балкона я только этим... косточками кидался в людей. Косточками. Ты чё, знаешь, как в детстве развлекались? Набираешь? Я такие, вы, слушай, Андрюха, я помню, в общем, у тебя такие щёчки пухленькие. Yeah. Защику надували за всю жизнь, блядь. Растянули. Косточками кидался, охуенно. Я один раз, блядь, с окна скинул бутыль со всякой хуйней, намешал, блядь, мыло там, хуйно, и скинул вниз. Блять, баб не пришил. Я тогда по этому моменту, блядь, испугался больше, как он не делал. Пожалуйста, не стирайте мобов, когда пока не били так, ебать. Хули ты просто все говно нахуй порвешь. Просто шпиотерки, прям. Так что, я в танке или ты будешь танчить? Тут попку, тут поебать, мелики, не мелики, короче, на... Тут больше ДПС, ты тут больше даже, чем я. Да нет, ну я не знаю, может тебе же нравится больше. Вдруг, я бы поспорил, ты не есть монда. Ну эти, ты суди по 10 км, короче, ну типа, я там рядышком с тобой стоял. По ДПС. Слушай, это логично, кстати, будет еще один масс-сейф, а Андрюха может дать этот, как он... Но у нас всего хватает, на массе всего, все, встань. Я сейчас пеку столько на синдру и все. У меня такое сегодня состояние, я не знаю, короче, сижу, хочется, блядь, блевать, нахуй, башка кружится, нахуй. Все на кучу. Надо меньше. Ты не потеешь случаем? Жопа уже точно вспотела, нахуй. Это важная информация, бля. Да недавно такое было.
Да не, ну типа, ну, соответственно, жарко, типа, ну как, блин, течешь, соответственно, сидишь, типа, да, так типа жарковато. Не сказал бы, что вот пиздец. Плавки, короче, у полга, кому надо, дедать мне, давай. Давайте, а броту скидите. Ходите, берите. Броты берите, кто дырявый по хп, короче, кто, блядь, боится, что не выживет. Сапрот у скибери, скибери, скибери. Да всем пласки дал. Не хотите. Да, я вчера себе приста качнул до 42-го. Стоп, блин. Еще надо кому банк, все, давайте, поставим, ставлю рыбу, хавайте, короче. По укусам. Кусаем топ ДПС, соответственно, типа, кто там первый сорвет, посмотрим, кого кто-то дальше кусает. Надеюсь, у вас всех стоят аддоны ебаные, блядь, вы все расписаете. А мне здесь горочка, блядь, будет. Че, давай сразу ЕП давай, 500, блядь. Укус проебёт. Короче, смотрите, просто вкратце напомню, блядь. Тени выносим по стенке, разнимаем, короче, пакты, двигаемся, мы стоим в одной точке. Когда начинается взлет, который, соответственно, вы выходите, ставите контрепета, блядь, даете масс диспел и ищите все места. Центр оставляете силам, напоминаю, короче, и это... Кто может хилиться, хилиться, а кто не может, просто стоит, блядь, и... Еблом торгует, блядь. Рейжу набирайте обязательно. Я сейчас лучше переодену. Бля, Джек, дай сопрот. Давай. Кому еще сопрот, ребята? Не проебитесь, и пойдете. МТШ, да? Славно, чего не хватает. Так я ржал, что готов. Я готов. Не готов. Когда добавим пулы, полетели. Сам Джек Сантер, не он на пул. Поехали. Все под босса кучей ставят, правда. Пак приготовились, укус приготовились. Подвигались. Декс, хорошо. Декс укусит, короче, челегалайса. Потом, короче, в кресту Декс кусается по кала, а легалайс кусает еще в квадрате булдревана. А потом, куда уже мать пошел, хан побежал. Сэнджик, давай. Легалайс, какая группа? Подвигались. Легалайз, какая группа? Четвертая. Вижу. Потом ты к кресту кусаешь, напоминаю этого, блядь. Апокала, а легалайз блуда кусает в квадрате. X-Freak. И потом уже смотрите по ДПС, если можете, лучше тебя кусать. Если нет, так просто кусать. Пак сошли, а куда разбежали? В кучу сошли, ебаный в рот. Анты, если на вас пак, то заходите в мини-зону максимально быстро, тени 2 секунды приготовились. Булт побежал, Макс. Просто. 5 секунд, пак, приготовьтесь подвигаться. Подвигались, хан зайди в мини-зону. Дайте имя по скидке, пожалуйста, ребят. Я дам. Тотем трепета поставили, короче. Выбежали, выбежали, нашли все места, выбежали, нашли все места. Человеку сейчас, который побежит, и либо... Ой, дашь по себе зубы. Ну, не надо, инкетируйте с открытым полем. Ренжу набрали, кто может хилиться, хилимся. Александр Смахей, да. Сейчас я приду в крест. Ну, во время кассы, соответственно. Хилькис, хилькис.
нас зашли, быстро подвоз, сейчас будет факт. Надо будет подвигаться. Подвигались сразу же. Деньги на миллион. Тени приготовились. Шаншалон, блядь, побежал, блядь. Шаншалон, блядь. Ассиста, блядь. Часа у них сзади ассиста. Сразу готовьте все ловить. Станешь после пакта только. Жестко, я понял. Добавки сразу, лавки, пляпки, ну все. Дексио, накусаю босс. Тени приготовьтесь. И скоро укусы раздать. Ой, побежал, укусы не пробить. Выберите цель обязательно, прокусайте. Все, раскусайте. Хорошо. Геру? Зачем? Еще одна взлетка. Еще не вкусный стрих, Чеславный, Цезламурич, Ракота, Шаншалон, Аксиста, Брайан, АТК и Хилына. Пацан Трепета поставил, выбежал на 6 место, сейчас будет анти этот. Легалайз, зеленый скучу еще, что там? Сацуна, дашь ты на сейв. Мастер Аур на тьму дадите сейчас, когда Кас пойдет, он видит все свои сейвы. А давайте все свои сейвы, короче, и Мастер Аур. На сейв тоже, просили, кто может хилить, хилить, ну. Сейчас босс спускается, даем укус и сразу выигрывает, все нахуй. Напоминаю, Крутой Огонек, Джеймс, Чеславный, Филамурич, Ракота, Шаншалон, Аксиста, Брайан, АТК не укусный, и силы не укусный, раздали укусы, все не приготовили 2 секунды. Шаншалон выбежал, Шаншалон, вот выбежал. Хорошо, все, Геру, давай. Ёбка, давай, ёбку эту нахуй. Бля, всех хилов раскусали, если вы не укусили. Похуел уже, ладно, пускай даже убили. Ну это неправильно, но уже похуй. Сацуна не укушен еще, ребята. Да похуй. Ну да, еще один. Андрей каждый раз праздник называет Шаншалон и так далее. Шанчунг просто, да и все. Блядь. Где мой расход? Шашлык, нахуй. Ну не, шашлык это как-то грубо, мне кажется, даже. Насаженный мужик какой-то шашлык, блядь. Насаженный мужик. Андрей, слышишь, можно секунду, пожалуйста? Я могу в демона спекнуться, встать под вальку, мне нужно будет отойти на 2 минутки. Можно такое провернуть или нет? Можно. Можешь вообще уйти, если тебе вальку не надо, там надо человеку валька. Сейчас я гляну секунду. Да, я зайду сейчас на вальку. А, сила абсурд есть. 3 миллиона будет второй ПКПС. 3-400 даже. Сколько там Андроса надо мазать? Пожалуйста. Тут пошли бить. Ракота, дашь обмен на печень. Чё-то я вообще зажался. Даже без укуса, блядь, 9. Давай, давай. Ты с концами или типа вернешься? Это очень важно. На 15-20 минут. Ну, максимум 30. Давай, давай. Ну это, конечно, хуёво, но ладно, давай. Сейчас я его подменю. Что там у тебя по ребру шмот еще? А хуй его знает. Просто у меня с корабля 50 минут. Ракота, дай обмен, пожалуйста, не глядя. А то, блядь, забыл, что это про этот пряник твой и всё. Кстати, там два. АТК и Ракота, дай обмен. АТК, тебе надо на мой спек эту хуйня? Это только... Слышишь, Андрей, я могу уже слот освободить, если там кому валька нужна была. Да я понял, ну, типа выйди, либо нажми камень, не знаю, что это. А нахуя вот ты мне обмен Ракота даешь? Ракота у Фолла. Пойди, Джеймс, тебе на мейн надо что-то апнуть или нет? Пойди, пойди. Так скоро Андрюху посидеть можно, уже лишь мне обмен дают. У меня будет место. Джеймс, тебе на мейн спек надо что-то апнуть, типа сюда, давай обмен. У Фоллову. Ну, типа, короче, знаете, вот, не, давайте без сарказма, пожалуйста. Ну, мало ли ты там просто хочешь что-то потестить, а кому-то надо, ну, реально этот мод.
Типа я ж не просто так пытаюсь типа заебать или кого-то другого заебать. Вы не понимаете, ну, более адекватно будьте, пожалуйста. Ну, типа, вот я спрашиваю, работу вот взял. Потом АТК сказал, что на танке. Женя точно на успех. И вот ты самый меньше всех паролей, я тебя спрашиваю. Если ты на мейнен что-то там, я тебе отдам. Если нет, я отдам АТК. Все. Мне это, понимаете, типа, не надо, да, я даю АТК. Как же все сложно иногда с вами бывает, я тоже. Я, блядь, вроде бы такой простой, как дрова, нахуй, но с вами так сложно бывает, что ёбнется. Или что-то не расслаблялся. Где там Барсес писал? Давай сюда. Я уже включил аддон, не знаю, этот аддон лагает, будет она. Так, подожди, Женьку ж надо было зайти. Зайдет, Женек тоже. Я захожу, все, одну минуту. У нас сейчас минус 2 человека, вроде, это жива. А. Если надо кому-то идти, отходите не все сразу, блядь, пожалуйста. Вот там вон, видишь, блядь, 4 столба взяли стоят, вот. Может пойти телефон написать плю, слэш плюнуть и все. И продать, когда они вернут. Еще минусы можешь дать, если не предупредили. Нет, ну некоторые предупредили. Просто, ну, типа, самое важное, ну, чтоб не все сразу покашляли. Понимаешь, что там хочется пойти по туалет, папиросу потянуть, да, хуя на... Ну, только не все сразу, по очереди, блядь. Занимайте очередь. Ну, у меня дочь идет. Планы ДПС, не посмотреть, как там друг обнимал. Ребята, днище срывает, сорянте. Пару... Так получается, Огонек отошел, плюс Декс отошел. Окей. У нас есть Марсел, и у нас все будет у него. Никак сразу не оставим, да? Да здесь ты без слов, не переживай. Ресницы Вара, стой, не пужи. Оба убьем, сразу ставьте шкаф, и сразу суманем, короче, этого Женька, Марсельза. Шкаф техники сразу же. Женька суманю, еще Марсельза кто-то нажмите кнопку. Сейчас прибудет ее подкрепление, нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпион. Суманул, хули он босса. Если он пришел, он же принял. Да, я нажал принять, но он не принял. Сейчас я
Да я бегу тут, короче. Ну не шел пробовать. Майку убьем, да заходите туда наверх, пока товарищ не добьется. И куда его спиздил, блядь? Я его почти в соло отхуярил. Да, блядь, ты будешь долго выбегать, хотя бы поуезжать его. Да не стирайте, пожалуйста, мобол. Ну нахуя вы такое делаете? Идёте коты. Да блять. Да благословит вас свет. Повторный шкаф поставьте еще раз тут. Там до сумманики идем. И два хэппала летают. Здесь ханты есть у вас, это черепаха, медведь, это хуйня с долб профилом. Пишите, пожалуйста. Нажмите на сумон, пожалуйста. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Бахните лап, пожалуйста. Алекс, ты справа, я пьё, короче. Окей. Жены в последнюю очередь, там, убивайте. Где вместе летали? Короче, это трогающий для сведения. Если можно, по ДК баф дайте. Ты что, умер, чешу нахуй? Да. Ну там либо я, либо хил бы умер. Ясно. Герой получается. А он герой. Хотел только сказать. Хотел подъебать, но не буду. Да. Suppressor spawned. Если убили здорово, короче, ну а уедешь сразу трэш, пожалуйста. Сацуна, ты что, один летаешь? Свечка справа. Вара там ребахнет. Не
Надеюсь, вы там вдвоем летаете? Это пиздец, долго. Один. А второго пала нема стаков. Хуя ничего. Можешь летать вместе, не умеет это все. Может быть. Ну да, там нужно быть пилотом, нахуй, пролетать там. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Силы возвращаются ко мне. Там сами охуяли, дайте мне ПС-ку, ПС-ку, я не знаю, разъебывали, ладно. А что, Геру не боя не давали? Надо было Геру дать ему. Сейчас зайдет последний раз. Да, там у него стаки уже пропадают. Свечка, дура, справа. Бальзи, чё-то охуенно. Слова местами перепутал. А, меня можно? Не бейте жирного, пожалуйста. Сейчас прям перьется в рот нахуй. У фолока меня можно заменить минут на 10-15? Бля, почему когда начинает, бля, сейчас должна быть синдра? Да не, мне похер на синдра, мне просто отойти надо. Ну так иди прям сейчас уже, пока это ивенты, клиенты, мобы. Да, хорошо, 10-ти. Место нет, к себе ложим. Это я что, кик не вылечу. Короче, Андрюха, я сейчас кину на руку, блять, эту монетку. Санджик, скинь, кстати, этот про ИПш дагер. У меня просто что такое есть. Ща. Вон дагер, кому надо, ИПш. Знаешь, никому не надо. Поднитесь, пожалуйста, кучу, бахнемся и заходим на путь. Андрюх, не знаю, читаешь, не читаешь, прям я тут, можно сум? Крутой огонек. Да я вижу, вижу. Просто там вместо того. Пока. А вот бой ты вернешься? Че он там окнулся? Он что-то говорил? Короче, Бизди, никто там, а, раздражатель, да, этот дагер. Короче, монету отдал Сенджику. Скрибиди, ты тут, Жень? Да, я просто это умер на лифтинг как-то. Я понял. Ставь шкаф, а шкаф сейчас зайди. Лестницу мы тебя остановим. 7 секунд, 6 секунд реса, погодите, сейчас не встану. Короче, мы уже попикнули, не знаю, что-то его нету, где он там не был. И суммонит и сразу огонька сюда нам. Слава Сертыка. Пришел суммон? Да-да, я уже здесь. Все, пошли, заходим внутрь. Каску дайте по барам. Это Марсес, еби здесь столик, пожалуйста. Короче, танчи, я пока не стану раздражать, другие. Всем большое. Кстати, давай сразу, наверное, вот это ИП-шка. Ну да, вообще. Папки кожаные надо кому? А потом, ну не дай.
100 ассиста, кожаные тапки забирают, рогит там и что он будет. У тебя есть Бонибунаси. Ну все, значит ассиста 100, давай, блин. Бля, погоди, короче, стой. Так, ребят, телефон просто. А, ну ладно, попусь, что там 5 стаминов меня не спасут точно. Я буду с центра вышли, короче. Давай я заберу с этой стороны другой. Блять, ладно, получилось наоборот. Покал по одному могу забирать себе, вводи, убивать меня. Прям... А, покал уже мертвый стоит. Я уже, блядь, отдыхаю. Андрюха! Андрюха, я буду разберись, я по одному могу убивать мелькам мелька. Ну пока мертвый, можно пойти перекурить. Вот здесь один моб, там один моб, смотрите, бейте и быстрее. Разве вы хуярьте пачку, а мелите по одному могу хуярьте. О, в кучу сходитесь. Там еще один моб крутится, он в стороне, открываю сюда. Да нахуя вы стираете? Вы заебали с этими тирами, вот честно нахуй. Да там один моб вообще нахуй чего стирать, просилят. Вдруг там пак, понимаю, там сходили. Там можно ебать чарш, нахуй, если уже так хочется. А, что это там полутора, блядь? Кольцо! Надо кому кольцо? Пило мастерство. Пошли, станьте там хорошо. Надо сразу шея надо, вот этот не пэш. А по тестерли надо. Ну, еще и плаши. Где же еще все? 25 минут, что за лук. Вот это еще и пешится. Надо кому? На успех. И вот это. СПД кому надо? Да, я бы забрал. Сейчас, секунду. Ну, на лоф и пешится там он. 100 вижу. А пока никто не резко, блядь, ну что, давайте, да? Десять. Раз. Два. Три. Собирай где-то аж. Два. Эйзенберг где-то там. Эйзенберг. Двести. Эйзенберг. Сначала. По тестер. Раз. Два. Другу дайте по ДК сразу. Как это нахуй? Не, этих кнопок я ебал обыски бывать нахуй. Так с дракончиков-то ничего не падает. Так друг ебать фартанет. Ага, шеем сразу, да? Осколочек.
Не шаем с кабанчиком падает. Сколько, кстати, осталось? Да ты спрашивал недавно. Или ты думаешь, что напал? Один был. Один упал. Собака. 7 штук осталось. Да, я так надеюсь, что мы тебе на следующего лича сделаем уже этого. Шемчик. Там же тебя, по-моему, убить надо. Последний квест. Нет, Сань, заходи на мага, на Синдру, будешь. Сань, чтобы лича убить, это для прикола всяких там. Медальончики, маунт, блядь, накидка и все. И там, кстати, это не, только 50 осколков, даешь квест и все. Ты амулет продашь или нет, случайно? Продам, нахуй мне нужен. Почем? Эй, бу, почем? Мне надо 200 тысяч, я хочу маунта купить, ебать, зильды, блядь. Охуеть, 200, я нихуя себе загнул. Значит, да, да, можешь. Ну, сколько этот пиздюк стоит, ебать? Где он? 200 тысяч. Собрались, давайте. Блядь, давайте моба убьем, био, мы заебали. Да бьем, бьем. Нет, все хорошо. Дайте каску по друиду. Вот этого моба убьем, на втором пойдете там 5 человек био. Да, потому что у меня остался час. Зеру, дайте зеру, алло, зеру. Лужах не стоит, если вы не открываете все. Это фоло кошмот свальки уже не пошли, нет? Нет, только с этого, скажите, скажу, с кораблей, короче, и вроде бы из леди вот этой банки. О, колчки. Оно было ешное. Серебра кольцо. А ты чё там? Куда? Или чего? Ну, Цицуна стал там танчик моба. Как-то модные пацаны делают, как-то так, хуй там, нихуя не модно. Халик, тебе вряд ли его отдадут, даже за ЕП. Да я понимаю, блин, но все же, мало ли. За бабки, берешь, короче, полсумы и все, и бабки. Мне, блядь, на мага, блядь, запы не могут отдать, ебать. Это который следит, что ли? Да. Мысли не могут, нахуй. Берешь нахуй, как там сколько мы стоит? 7 тысяч. Даешь и все. Я говорил, блядь, а Саня где-то все теряется с ними, блядь. Сань, так бери кольцо за полсуммы, ты чё, ебать? Так голды нету. А почему? Давай я его выкуплю за полцены. Короче, будете все покупать после рейда у Сани там ПМ. Не знаю. А Саня так оп и пропал. Короче, стойте, засильтесь, пожалуйста. Через 2 минуты зайду. Вместо кого? Так, сразу же, короче, этот... X-Freak. Или Женёк. Женёк. Давай, короче, жми камень. И X-Freak тоже. А, на замену пока, да? Да. На лича пустишь, мне там пуха нужна.
Да. Ну все, я пока выберу, пойду вручную. Андрей, мне на маги заходить или оставить КД на второй рейд на маги? Могу на ДЦ. Могу на маги. Брайан, тоже не камень. Давай, до свидания. Зайдешь на ручах, потом сидишь. На... Сань, кем хочешь? Заходи, хочешь за ДЦ, хоть за это, за мага. Второй рейд, типа, какой будет, такой будет. Если зайдешь за ДЦ, войск, чтобы Пепа поебать, что ты зайдешь за мага, магом похуяришь, вообще не буду. Кем удобнее. Это либо зависло у меня, либо сервер лег. Я просто не понимаю. Не, я не завис. Все нормально. Ну, мне зависло все. Тогда воют и спекли, чтобы я пожалуйста. Ну, давай мага оставлю, может понадобится на второй рейд. Паф, поставьте, пожалуйста. Сколько он нашел, блядь, было бы плохо. Так, детекция сумонит и фугасно. У кого там сопроты были? У меня, Андрей. У меня есть сопрот, если тебе надо. Так, подождите, я перезайду, я просто на камень себя не везу. Андрей, тебе сопрот нужен? Не-не, всем раздавайте сопроты, все под сопротом будут. Что, чё курну, блядь, что вы, чё, гоните там? Чё, не начинайте пока, я ещё камень не взял, меня быть может. Да мы начинаем сейчас сопрот раздадим, тогда начнем. Тонко. Опа. Короче, это сопроты у полога есть тоже, если что, кому надо, давайте. Нахуй не нужны. Умрешь минус 500, там. Да похую. А чё минус 500? Если я умру, я и так умру, меня сопрот не спасет. Вы, блядь, вот знаешь, мне вот ваша позиция иногда просто убивает, да? Прикалывает, да, типа. Я понимаю, что можем убить без сопрота. Мы можем легко убить без сопрота, это 100% того. Но, блядь, ну, зачем напрягать лишний раз село, блядь, если вы можете гнуло там? Так у меня свои сопрота, блядь, почти 200. Ну, я окей. Сразу минус 500 за 3. У вас только половины нету. Вы душнилы просто и все. Ой, ну давай. И не даешь же, блядь. Так, ну давай, тут что дают обмен от много. Я потом всех еще надо попробовать, у меня еще есть пол, если нет, то типа, ставлю рыбу и... А, хорэ. У меня ДЦ есть, будет спасать меня. Короче, кто тут новенький, чтобы вы понимали, напомню, вкратце, блядь. Притяжка, отбежали. Соответственно, где-то вот сюда на притяжке, если босс ровно красиво стоит. Также, короче, глыбу разносите, ставите по две штуки в одну. Не три, а по две в одну, то бишь, у вас есть три метки, ебаный поезд. Вот с первой фазы, короче, смотрите, у вас есть 5 метров, вы ставите по две метки в одну. Дается один цель, соответственно, то бишь. На второй файле вы выносите метки глыбы, то бишь, трусы ром, типа там все будет озвучено. Поглядывайте за глыбами, когда будет вся команда, убивайте глыбы по команде тоже. Тоже запомните. Остальное вы должны все знать. После вам, короче, мастераур передает Афиса. Почва есть мастераур. Альфа-тестер, ты второй. Ты так чередуй здесь, короче. Это мастераур даете именно когда глыбы должны упасть. То бишь вышли метки, построились, вы дали мастераур. Напоминаю, если первый, альфа-тестер второй. Да за твою мать.
Так только нам бы сказали, что надо массей давать, сразу срочно отойти надо. Ладно, бля, у нас электриков больше нету, да? Марсес, ты во фронте? Ясно. Ну ждем, блядь, его, чё это, две минуты, нахуй. Масло тоже ебашь ты, я тоже ебан. Полетели, я ему зубы дам, если его причем притянут. Андрей, кому я создать на всякий случай, Андрюх? Я хуй не знаю. По танкам? Давай, наверное, ну, типа, короче, сет Сенджетс туда, типа, и медведю. Типа, ты даешь Сенджетс, а короче... Я дам Сенджетс. Да, Декс даст пол остальные, естественно, прасти. Еще и убедительная просьба, короче, сразу же, смотрите, будет такой момент, что будет выноситься метка, блядь, в ромбик. Блядь, пожалуйста, ЭДДшники, не тупите, типа, у кого много стака, сбрасывайте со 100%, блядь, стака на второй фазе. Так, ну, чекнет пул. Сэндрюкс контест, это напоминаю. Андрюха, если Хиса не пристал, запускай, я его засейвлю через дубль. Значит, короче, это... смотри, альфа-тестер, ты даешь первый, короче, эту хуйню, типа, блядь, скажи, мастераур под глыбы. На вторую ты дашь масс-сейв. Подожди. На пулу подрать, ебашься. Да хуя не стагает, если что. Милик, вы можете спокойно бить в трусах, там, вообще. Я буду притяжкой, вы руками приготовились. Убежали. Стойте рядышком, смотрите метки. Сперва выносите метки, потом, короче, идете наверх. Все, вышли метки, по два человека стали, три не становитесь, все красиво. Мастера вот, оп, на нахуй, красавчик. Все, смотрим, блядь, где падает. По центру падает. Справа падает. Центр падает. Центральный не убейте его раньше времени. Выходила ведь босса сам Сандрикс. Лево падает. Все, разбивайте лыжу. А Хейса, ты вернулся? Плюс ты мне. Да, он вернулся. Сами же, где вы, блядь? Следующие, короче, глыбы кидаешь про мастера. Налил. Отойди в сторону, возьми лёд себе. Люди отбежали. Ты взял лёд, Акиса? Хорошо. Сейчас будет воздушный панзл. Сэндрюкс и Фридом дайте, пожалуйста. Не надо. Стойте рядышком с порталом, смотрите, короче. Метки сразу. Вышли по два человека. Один влево. Ну, либо два. Все. Мастера вот. Все вправо падает. Лево падает. Центр падает. Сэнджик запретил. Лево падает очень близко, смотрите.
Смотри, главное, чтобы не перевели эту вторую фазу. Почему? Потому что если переведут во время притяжки, забагаются все таймеры, какие-то притом забагаются. Ну и переводить, и стопать, ну. Да, надо, блядь, ну ладно. Да, блядь, убежали, процент как раз, притяжка, процент, нахуй, план, нахуй. Все, фаза. Первое место в ромбе ставите. Готовься, что все вообще за таймеры забагались. Декс, в ромбе. Декс на пул поднимите, в конце засчитывайте. Охуенно, короче. Декс и ДБ. Следующую метку ставим. На Легалайз трусы ушли все трусов. Легалайз трусы. Прожмите, дайте ему. Хлыбу за 50% сбили, 50% хлыбу оставили, ждем притяжку. Если будет еще одна метка, выносим крест. Отошли. Все, разбили хлыбу, в ромбик ставь, до меня. Только на фул поднимите числа, если обязательно. Леру давай. Милик сбили хлыбу. Второй тоже в ромбик. Ладно, трупы ставь, бы не бинахи передать, ставь трупы, а торпи трусов. Все, сбили две глыбы. Следующую ставим трусы, будет притяжка. Трусы поставим на фул, дай ему глыбы, короче, туда и отошли. Отошли от него. Все, ждем притяжку. Только не сломайте метку. Это нет, не притяжки. Ну, значит, выносите в сторону. Ничего, наноси в кресло. Добивайте босса. Все поебать, что там случилось. Бля, сейчас причанник бить. Вас мастеры отдайте сейчас. Я дайте мастеры, мастера, вот все, дайте все, добейте босса. Да похуй. Добивайте нахуй, вообще, я поебать. Смотри, метка в рейде, блядь, на нахуй, сука, на. А шо за прикол, ебать? Хули мы, блядь, сегодня сейчас с первого трая убиваем, блядь? Ладно, пошли. Где, сука, мой осколок, блядь? Блядь, о! Ой. Саня, отдаю тебе, блядь. Где там? Не, я пошел, мне надо бежать уже скоро. Блядь. Я лут собери, короче. Так, у меня тоже есть клык. Ну клык пароль и все, возьми ты за ЕП его, да понимаешь. Я заберу за ЕП. Парни, ЕПшки сразу будет, блядь. Да подожди, сразу можешь Сенджиксу за 10 кидать, он единственный по мейну там. А, у тебя Сенджик нет еще? Да, потому что я уступаю, там ходят люди и выпадают клыки, мне это грустно от этого мне становится. За 10 отдай ему. Да все, блядь, Саня, не твой рейд, мы сами все решим, иди, давай. Все, удачи. Андрюха, кстати, этот там надо было шаклона ставить на притяжку. Ну там одна метка. После. Мы убили его. Приз. А что ты пишешь? Да. Блять, тут слов нету. Но она и выйдется, погоди, она-то и выйдется. Да, если он будет убегать от меня, хуй знает куда, то выйдется. Короче, пожалуйста, кто там с пули, умирайте, поебать, за сумму никто не могу пробивать. Ставлю шкафу. Кому там надо было, пойду, давай, ставлю, пойду, в тот момент. Да, я ушел, этот, может, вечером да. Еще зайду, не знаю, посмотрим. Вот, спернись, пожалуйста, обратно в этого, в ДПЦ. Комбат повесили. Бля. Еще какой-то фласка, 10 минут фласка осталось. Умрите, пожалуйста, кто там, блядь, с этой хуйней пиздец.
Сейчас, погодите, напишите, кому надо, именно лич. Там пушки, хуюшки, чтобы не проебались люди. Женек, прежде всего. Ты больше никто, да? Мне не надо, я могу сидеть. Пушка бы Брайан надо, ты, значит, я буду уступать. Так, смотри, я могу уступить, пока дела по дому поделаю, если надо. Ты шо, ты Элен, ты не уступишь никуда. Не вышло. Ну не бенатики, надо что-то отличать. Нажми камень, я возьму Брайана вместо тебя. Какая-то палка надо. Мы потом пойдем сделаем. И так вон люди все себя ждут квеста, а не проходку. Брайан, сумнишься, пожалуйста. Засунули, ставлю рыбу, короче, это МТш и также Сэнджикс, МТш и я. Стоим в куче под боссами, напоминаю, блядь, без спали по рейду сразу же. Если случится такая хуйня, что я отойду шаркалями в сторону, и типа останется чума на рейде, скажу, подойдите к рейду, значит, то бишь, соответственно, весь рейд подходит шаркалями, без спали мне чуму. Это касается, когда будет перефан 70%. Если есть, то вообще не знаю, что будет происходить. Да, нет. Фласки дашь или так уже? Да ебашь так, что ты. Могу дать фласку, типа, если тебе надо прям все. А не, не дам, у меня нет, я их выложу. Давай, у меня 10 минут ну, осталось. Да? Готовность на пол. А нам еще велика найти пинать, блядь. Ну пока мы в РТ успеваем, все нормально, типа, раздражать, ничего не хватает. Я тут ничего не проебал тут. Да хуй его. 29 минут, ну ты не возьмешь. Там раздражатель, ты готов, Женя, ты готов, ты что-то без маны, без СП, не хуя. Давай, стреляй. А, я это, а рыба стояла, да. Напоминаю, стоим под боссом, куча, пожалуйста, типа, когда вы появляетесь, аркаи сильно меня уесть, чтобы он резко не сорвался, не ебанул рейд, это такой маленький момент. Никуда бегать вам не нужно. На второй фазе, короче, это, поставим босса, даем веру, ебашим, вальфиры, типа, ну, отходим, осмотрение выносим. Так, вы там, типа, вы подружите хуесосите, если не подружите, то ПМ ебашите. Это вопрос, после рейда кто-нибудь пойдет в первую десятку по фласкам своими? Я пойду в ФК минут 30, а потом, не знаю, если будет рейд, пойду в ФК точно. А может без ФК придешь сразу? Куда? Я, ну, ебал рот, честно. Ну, тебе даже рейд придется. Да, я, ну, типа, я, если пойдете, я не против, я ничего не против. Ну, взлетай тогда подальше. Я пойду точно полчаса отойду. Отверни босса, ладно. Все под жопу станьте, пожалуйста. Под жопу станьте весь тем рейдом, пожалуйста. Максимально близко, ханты тоже максимально близко. Спасибо. На X2 сейчас, кстати, почти нереально убить фича по грейдам. Хэм или рубочка? Хэм. Там валит под валяма, и куги просто не могут этот трон снести. Они очень быстрые. Ребят, кто-то один, да, дисколит чему? Может, не отвлекаться на меня? Не важно, кто там будет дисколить, а он дисколит. Ой, на месте сказал, но не бьет. Блин, почему он так далеко, сука, ебаная? Устал? Отошли, от шаркалей отбежали быстро.
Диспал? Диспал? Все хорошо. Антон, ты сердце разъебал тебя? Че, ты забираешь духов? А? Духов ты забираешь? Ну, типа, помогаешь забирать, потому что у меня, блядь, начальная гроба ебешь на это. Окей, окей. Я, если че, потом по перетанке остаюсь. Все, еще Андрей, давай рывок с сироком. Как бывает у тебя. Что, ну, погибал мне дизель этого, блядь, мама. Я заебался тебя там, блядь, ты чё? Веру, давай. Веру, ты. Сэнджик, давай, похуй, блядь, буду так и буду. А, вот Вера КД, да, я понял. Похуй, Валькирию, значит. На скрине разбежали, ты же знаешь, что 10 секунд мирик идет еще. Мирик убейте, короче, по этим замедлению, да, типа квартирам, почему они там летят, скорость света в осквернение вынесли, смотрите, выбить осквернение. Хорошо. Трусы выбить. Поставь, пожалуйста, более центр. Хорошо. Да, спину бокса, поставь, где так. А вот сейчас. Можно, Геро. Ну, сейчас на Валькиру уже, Валькиру выйдут. На Валькиру, наверное. Блин, осквернение, разрешаем один Геро. Он вынесет осквернение, короче. Насос, хорошо, все, Валькир, Геро, давай. Туда. Есть у кого еще Геро не прижатая? Ламурич, хорошо. Валькир, трусы, почему? Он не стопнутый, бог, ну, ебать, ты что, гоните? Каковы, где вся хуйня? Ну вы что, издеваетесь? Печеньку, блядь. Ясно. Заебись, Геру дали, блядь, а у меня КД, ну нет ее, блядь. Раз забафайте мне, приста. Осквернение 2 секунды приготовили, занесли. Рентаунти обратный. Хорошо. Вальпиры приготовились. Вальпир сразу замедление, ковы, блядь. Женек, спасай, блядь. Осквернение 9 секунд. Смотрите, спас Вальпир, вынесите осквернение обязательно. 2 секунды Вальпиры. Ой, блядь, Вальпиры, короче, это осквернение ебаное. Болт вынес. Все, переведи сюда его на край креста, он сюда, веди сюда, к нам 3%, веди. Быстрее, 2% босс. Ебашки по боссу. Мастера урналёк приготовьте. Переводите босса. Хорошо. Все на край встали, приготовились, перепрыгнули. Напоминаю, на третьей фазе будет это, блядь, ебаная комната. Этого человека просили, вспомните сбить касс, либо просили моба, и убить моба. Касс обязательно сбить. Подъебал мобу уходить, не спал там. Он далеко уйти. Приготовились. На краешек к кресту также стоим, сверху добиваем, сверху добиваем и добиваем оба. Приготовились, сейчас будет запал, надо человека будет прохилить. Лед на третью ауру, пожалуйста. Бой теперь, да, прохилите. Быстрее. Приезжаем в другую сторону. Смотри, сейчас будет оскорение. Оскорение по сторонам разместите. Первый, короче, давай, я не знаю, Асиса, ты в бабле половишь. Второй, короче, альфа-тестер, ой, третий с Ацуна. Оскорение по сторонам разнесли, оскорение АТК вынесли, хорош. Все, фиарф собрал.
Завтра не стали. Ровно завтра не стали, пожалуйста. Пистолет. Кто перебежал? Отклеивание по сторонам, сейчас будет 5 секунд прикрывать. Декс, Линис. За спину босса стали, короче. Аристотель, скорее, ты бабам половишь. За спину плечами не стали. Завтра 7 секунд прикрывались. Покал надо? После перебежки. Войда опять пропил, Войда пропил, хорошо. Отклинит 7 секунд, поставил нам вот, не след по мимо. Прибежали. Короче, блядь, ставил центр, добиваем, вообще похуй. Ну ладно, привел, завтра надо остановитесь. С отцу на половинке. Там души идут, симбрики, короче, аккуратно. Я тоже помогу половить. Вместе мы выйдем в силу из ледяной скорби. Я славим. Сатуна ебал. Ну это минус ЕП. Слышишь, ну что-то сегодня как-то, блядь, легко прошли. Мы же нигде не упали, да, сегодня вообще? Да, вообще нигде. Это, ребят, кто сейчас пойдет на Толгород, в тюрьму десятку. В гильдию присоединяйте минут 4-5 после разрыва. Это меня с вами не было. Вот не упали ни раз. Да, Антон. А может, это тоже прав. Я тебя кола наебашили, блядь. Так, а может, вам не нужен, ребят, вставайте. Там, скорее всего, решили. Кто не в рейде, на замену заходите, включите. Да. Последний букву в алфавите. Мы как раз уже сум готов. Зависит. Но... Пожалуйста, сука, дай мне, пидор, сейчас осколок, блядь. Кто получает? Подражатель, два, пауза, пауза. Ра-та-та-та получает. О, у них прикольный Дехант, ра-та-та-та-та. Нет, не 100%. Это с Хэмки 100% сейчас, Колок. Та чё-то тыка, честно, блядь, серебра больше падает, чем с этого пиздюка Лича. Лич просто жмот. Мне еще вместе с Лича еще ни разу не упал осколок, ебать. Ну вот как и сейчас, пошел нахуй. Ебать, да ну, Сэнджикс, не верю, Сёма, как так? Сёма, я вангую. А ты чего у меня лутера забрал? Ты понял, у меня лутера забрал, блядь. Сколько Сёма нет, мне пользуется. Вот Сёма, Сёма, забирай. Да я не знаю, сейчас тут еще захотят же люди. А кому, блядь, надо этот? Ну я Глору хочу себе. На самом-то деле. Симьон. А, Сэнджик, Сэнджик, ты себе? Да, да. Ну что, у меня, считай, похуже, тоже с двумя сокетами. А Глора вкусно. Так, а Глора с мастерством, да? Нормально. Ебаш, Сёма, ебаш. Ебаш, что там надо. 10, Сэнджик, раз. 100. Да вон всеми отдайте, сколько он же вам выступает, ходит. Блин, просто ебашьте. Сацуна, ты арго. Грицы, Сём. Спасибо. Там 2К уже полетело. Парни, 2К там уже полетело. Мы, кстати, квеста пойдем выполнять, нет?
Да, пойдем. Наверное. Да, пойдем. Да, я тоже, Женя, подумал, ну, Т4 сейчас, сейчас перчатки заберу. Потому что ты их не заберешь, тебе не было, а я их заберу сейчас. Попробовать Т4 поубивать. Три. Вы в десятку сейчас собираетесь в этот плодород, да? Адекватный со званием тактики приветствуется. Бля, я бы сходил бы с вами на место скоро уходить. А как развал будет? Ну, я думаю, наберем как-нибудь интересно. Хочу, ладно, похуй. Не слетаем. Надо, ну ладно, если останется у босса. Алло. Я это на уфролю. Андрюха, ты перчатки латаны еще не разваливал? Разрываться. Ничего не разваливал. Yeah. Все, короче, один только лежит, двое с ним быть есть, если что-то понимали. Это ротроль шею танковскую? На шамана который? Это я пойду собирать людей. Идем убьем этот великана по-быстрому. Да-да-да, заходи, мы тут уже все. Там я, блядь, тут тоже. Просто половина тут, а половина сидят, ТТГ уже собирают. Вот это, суммуните, пожалуйста, там у великана, если не сложно мне показать. У нас танки. Многие. Есть танки. Я тут, я уже дракона бью. Многие в Долоран портнулся. ДПшки надо кому? Это я не про туши, там другая была. На этот, там на меткость была. Ну, ДПшки еще я доставил. Понять я там, короче, тут как дальше. А, тут. Задал. Потом, короче, это руки сразу давайте там что там. А, 13 минут вот это не просто. Надо кому штаны. Раз, два, три, руки. О, чирик, 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 чирик. Да. Раз, два. Все, Сэнджик, это мое, не надо. Ничего. Женька чисто из-под носа забрал их, ебать. Так, прежде еще вот эти надо, кому тоже 18 минут. Ахис, окей, да. Потом, бля, тут надо поснимать, поводи. Мне можете снимать, не надо. Женек. Почему там Женек ничего не. Числана 10 и Покал 10, да? Я Фиса 10. Да, да, мне чирик. Блять, а мы опять бой, ебать, опять дракон. Да сколько их тут, сука, этих пизда противных, блять. 10. Покал 10. А, все, типа Скибиди одного поднял, на меня посмотрел и убежал. Прикол. Окей. Okay. Ему хилить надо. Я подниму, у меня маны нету. Филсил мана плевать. Сейчас всех подниму. Башка надо кому, не знаю, рода, не рода, если. Будет там в самолете, нет? Там у нас бой. А. Артиллерий тут у великан, конечно. А там еще у тебя какой-то лут есть, да? Я ж не весь их забирал. Перчатки, Андрюх. Угу. Афиса, дай сразу тоже, блин.
Ну, у нас одно место есть, и то. Или нету? Нету. Че, всех присуманили? И он этого, элита суманит тоже. Два места есть. А Бенди бы нас и хотел, он тут, да? Да, он, походу, уже с нами в инсте. Да, он уже в инсте суманит тоже всех. Кому еще что-то дать надо, вот тут свое. Есть вот это. Есть вот это. Вот это есть. Это, а, короче, на кольцо я понял, да? Колечко я бы взял на успех, если не надо никому. Ну, если дрожать, вот. А, ну, пускай. Ой. Руки вот эти. Вижу кольцо только 20 тех, раздражать больше будешь ставить? Шаг 100. 40, блядь. 200 хуярь. 400. Тут боешка выпала. Слабо. Че, всех присуманили? Присуманьте всех. Ну, по несколько раз уже против всех. Раздражатель 2, блин, 400. Кого-то где-то. Эти там рчения, рче, чтобы квест никто не пропустил. Да, всех в палатку заходите, короче, ну, вы что-то перелазите. Сэмджик, Санчик, примет от нас. Раздражатель 2, блин. Я пока дальше поебашу, ебашу. Зеру сразу может уебать. Разверни его, что ты ебал? Ну, отворачивай, он не дышал, блядь. Вот это щит надо кому? Оффспеки там, не знаю. Я могу на тот смог забрать? Никому не надо. Если никому не надо, да, можно забрать. Сэнджик, делай грязь. Токена на шамана входит твой, надо кому? Так, еще напоминаю, вот это осталось, мало ли кому кто приебался надо. Токен один отдам сэндвикс, это Джеймсу. Вот им никому не надо. У тебя какой-то лут остался, это, бокал? Не, у меня же только была монетка. Я же все.
Так, ничего не болевало? Я просто смотрю, ничего, не болевочка. Нет, все у тебя, было только у меня одна эссенджика, одна все. Я говорил, что может тот что-то помнит, что упало, я не порол. И он это ждет. Да нет, там был ящик, прилично выпало. Раз, два, три, четыре, либо три, четыре буешки упало. Ну все, это окей. Сила и честь. Да, падает.